Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге царств. И сегодня мы будем читать девятую главу этой книги. После того, как Соломон кончил строение храма Господня, и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь. Во второй раз, как явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь, «Я услышал молитву Твою и прошение Твое, о чем Ты просил меня. Сделал все по молитве Твоей, я осветился и храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там во веки. И будут очи мои, и сердце мое там во все дни. Давайте посмотрим, какое истолкование есть на этот текст. Ишадат. Мерский в своем комментарии на книге царей пишет, как может Бог говорить, что всегда будет в этом храме? Если Он угрожает отвергнуть храм, дары Божие даются без лишних размышлений, поскольку они от Него Господа зависят? Но наша порочность отвращает их от нас. Действительно, Он, Господь, не просто дарует нам, но дарует, чтобы мы раскаялись. Вот почему Он говорит в книге Иеремии, «А иногда скажу о каком-нибудь народе и царстве, что устрою и утвержду его, но если он будет делать злое предачами моими и не слушаться гласа моего, я» отменил то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Иеремия 18, 9. То есть, обетования Господне, они не непреложны. Завет предполагает согласие двух сторон – если одна из сторон нарушает завет, то завет может быть нарушен и с другой стороны. И в Пятикнижии Моисея неоднократно Господь подчеркивал, что если вы отвернетесь от меня, я отвернусь от вас. И Господь в книге Второзакония говорил, и землю отниму у вас, и... Город и храм разрушу и рассею вас по всему миру. Иными словами, конечно, Бог не изменяем, и мы часто об этом говорим. Но наши отношения с Богом таковы, что мы можем удалиться от Него или мы можем приблизиться к Нему. Я часто это подчеркиваю чтобы мы не думали, что в Боге есть хотя бы тень перемены. Сказано, в нем нету даже тени перемены. С другой стороны, третий стих поражает тем, что Господь говорит, «Я осветил сей храм, который ты построил». Казалось бы, освящение храма было таким явным чудом, и облако с неба, так что никто не мог двинуться с места. И другие всякие чудеса были. По преданию огонь сошел на жертвенник, и жертвенник сам воспламенился. Почему же Богу надо подтверждать явные знамения, как те, которые описаны в Библии, как те, которые подтверждаются преданием. Дело в том, что знамение не решается чем-то, не является чем-то решающим. В том смысле, что Антихрист тоже покажет великие знамения, когда будет восстанавливаться храм. Некоторые отцы говорили, что будет восстановлен третий храм, и там воссяет Антихрист. Не все отцы утверждали именно это. Золотоуст говорил, что Антихрист восядет в церквах Божьих, христианских, когда дух Ереси проникнет к нам. А некоторые отцы говорили, что будет восстановлен Третий храм, и великие чудеса покажут Антихриста. Об этом уже сказано в Апокалипсисе. Так что он будет огонь сводить с неба на землю. Поэтому внешнее чудо, оно все равно нуждается в подтверждении от Слова Божия. И для нас это великий урок, что Господь, показав великие знамения при освящении храма, все-таки подтверждает, я осветил сей храм, который ты построил, чтобы у Соломона не было никаких сомнений, что это дело Божие от начала до конца. И мы тоже должны проявлять целомудрие веры. Помните, как Ребека, когда она увидела Исаака, он шел по пустыне и рассуждал о божественном по-славянски, глумился. Она спросила у Илиазера, кто это? И только тогда, когда Илиазер, который символизирует собой Духа Святаго, сказал, это Исаак, то есть твой жених, она сошла с верблюда и пошла навстречу. Поэтому никогда не будем э, спешить э, с какими-то выводами э, перед э, внешне эффективными какими-то событиями которые могут выглядеть как знамения, пока Господь не даст своего подтверждения. Собственно говоря, в нашей теперешней ситуации все подтверждается библейским откровением, книгами Ветхого и Нового Завета. И когда мы сталкиваемся с тем или иным явлением, мы по Писанию проверяем, точно ли это так. И далее Господь говорит, «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилева. И мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Династия это все-таки она прервалась, но в лице Христа Иисуса, истинного потомка Давида, это пророчество исполняется. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я светил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов. Вот эти слова Господь говорит, когда самый расцвет теократической монархии народа Божия, Давид как бы заложил фундамент этого рассвета, а царствование Соломона считается самое величественное. Но и чтобы, находясь на этой высоте, они помнили, что все это относительно. Пока мы сохраняем верность Богу, Он сохраняет верность нам. Когда мы отступаем от верности Создателю, Он отворачивает от нас свой лик. Посмотрим следующее истолкование. Это уже истолкование лак, лакта, его изложение божественных установлений. Не напрасно это сказано, потому что через короткое время император Веспаси... Веспасиан завоевал иудеев и опустошил земли их огнем и мечом, взял в осаду и вызвал голод, разгромил Иерусалим, триумфально вывел плененных, запретил тем, кто остались возвращаться когда-либо в свои родные земли, и все это было устроено Богом за распятие Христа. Как он, Господь об этом свидетельствовал Соломону в их писаниях, «Я истреблю Израиля с лица земли». Это ссылка лактанция на первые царей, 9 глава 7-8, и тогда они скажут за то, что оставили Господа Бога своего. Это первые царей 9-9. И гнали царя своего, Богом возлюбленного, и распяли его, предельно унизив, зато Бог навел столь великие бедствия, ведь разве иного заслужили те, кто погубили своего Господа, пришедшего ради их спасения. Лактанцы здесь пропускают вавилонское пленение, которое как раз ближе было ко дням Соломона, потом освобождение от вавилонского пленения, потом восстановление храма, Иерусалима, и потом уже действительно вскоре после вознесения Христа в 70-х годах наказание, о котором он здесь напоминает. Просто для этого автора э, вот самые страшные падения, – это как раз отрицание Христа Мессии, как истинного царя и истинного потомка Давида. И далее мы читаем. «И о храме Сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так всею землею и сим храмом и скажут, за то, что они оставили Господа Бога Своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им, за это навел на них Господь все сие бедствия. По окончании 20 лет в которой Соломон построил два дома. Здесь как бы речь Господа оканчивается, и дальше продолжается описание событий царствования Соломона. По окончании 20 лет, в которой Соломон построил два дома, дом Господен и дом Царский, на что Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева, кедровые, и дерева кипарисовые, и золото, по его желанию. Царь Соломон дал Хераму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Херам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. Эти города были даны как бы в оплату за участие в построении храма и царского дворца. И сказал он, что это за города, которые ты, брат мой, дал мне, и назвал их землею Кавул, как называются они до сего дня. То есть пренебрежительно отозвался об этих городах, и послал Хирам царю 120 талантов золота. Любой труд, он должен быть оплачен, особенно когда мы вступаем в какие-то деловые отношения э, с людьми не нашего народа. Чтобы это не стало бы поводом для военных столкновений. Ну а о своих-то мы должны заботиться прежде всего, потому что в Писании сказано: Делайте добро всем наипаче своим повери. Вот распоряжение о подати, которую наложил царь Соломон, чтобы построить храм Господен и дом свой, и мило, и стену иерусалимскую. Гацор, и Мегидо, и Газер. Это пограничные города-крепости. Фараон, царь египетский, пришел и взял Газер и сжег его огнем. И Хананеев, живший в городе, побил и отдал его в приданное дочери своей жене Соломоновой. А Соломон потом отстроил как крепость. И построил Соломон Газер, то есть как бы заново, и нижний Бефурон, и Ваалав, и Фадмор в пустыне, и все города для запасов. Города для запасов – это что-то наподобие элеваторов, где создавались условия для хранения хлеба, точнее пшеницы которые были у Соломона, и города для колесниц, то есть такие как бы поселения, гаражи, где вот эти колесницы содержались. И города для конницы, мы видим, что при Соломоне уже Израиль становится страной, которая перемещалась не только на мулах и ослах, но и на конях. И все, что Соломон хотел построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле своего владения, то есть благословение Божие Его сопровождает, пока Он сохраняет верность заповедям Бога. Весь народ, оставшийся от Амареев, Хетеев, Фаризеев, Хананеев, Евеев, Ефусеев, Эгергесеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны Израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Вот здесь некий компромисс. В понимании отцов семь народов Ханаана – это семь смертных грехов. И оставить э, детей в данном случае – это не бороться с мысленными прилогами греховными. Помните, как в Псалтыре? «Разбейте младенцев их о камне». Это же не призыв где-то убийству. Это призыв к тому, что когда грех находится в младенческом мысленном состоянии, здесь есть опасность. Его надо сокрушить, а камень, камень – это Христос. А здесь, конечно, есть и прямое прочтение этого текста, и аллегорическое. Одно дополняет другое. «Сынов же Израилевых» Соломон не делал работниками, но они были его войнами, его слугами, его вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его всадников. Но вот сейчас подобная ситуация, например, в Соединенных Штатах Америки и в Саудовской Аравии там э, коренные э, аравийцы или американцы, они физическим трудом не занимаются физическим трудом занимаются люди, которые имеют право на физический труд, но они не являются гражданами этих стран. И вот они занимались военными делами, они были вельможами, начальниками, вождями, управляли вот этими гастарбайтерами, которые были во множестве. Вот главные приставники над работами Соломоновыми, управляющих народом, который производил работы, было 550. Это те, которые контролировали работу тех, которые производили работу, не будучи израильтянами по происхождению. Отчасти это те, Хананияне, которые были оставлены, дочь Фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для нее Соломон, потом построил он Мило. Кстати, третий раз сообщается о переселении дочери фараона из одного помещения в другое. Наверняка была какая-то причина. И приносил Соломон три раза в год, это основные праздники, когда три раза в год мужчины должны были являться пред лицо Божие к храму. И приносил Соломон три раза в год все и мирные жертвы на жертвенники, которые он устроил Господу. И курение на нем совершал пред Господом, и окончил он строение дома. Конечно, в похвалу Соломону сказано, что он сначала построил храм, потом достраивал свой дом. С Давидом ситуация была немножко наоборот. Он сначала построил свой дом, а храм так и не построил. И пророки выговаривали Давиду за это. Может быть, это была одна из причин, почему он не построил храм, а сын его построил. Царь Соломон также сделал корабль в Эцион-Гавер, что при Илафе, на берегу Черного моря, то есть Красного моря, в земле Идумейской, и послал хирам на корабле, своих подданных корабельщиков, знавших море, с подданными Соломоновыми. И отправились они в Афир и взяли оттуда золото, 420 талантов и привезли царю Соломону. Вот здесь как бы мы видим совершенную такую финансовую систему взаимоотношений государство в его расцвете, в его величестве, в его могуществе. Но именно в этот период Бог второй раз является Соломону и предупреждает его. Если будешь сохранять мне верность, то будешь благоденствовать, и престол твой не останется пустым, твой потомок будет сидеть на престоле. Но если нарушишь волю Божию, то ты можешь потерять все. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать десятую главу третьей книги царей или царств.